берем раствор. Лопаточка такая. Как раз помещается в форму. И накладываем раствор. Вот таким вот макаром. Аккуратненько расправляем. Ажиотаж на него там такой. Я решил вот такие штуки сделать себе для своей работы. Давайте попробуем снять. Вот так вот оно делается. Вот так вот раз. Вот такие штучки высыпаем. Так, для чего мне это надо? В своей работе с бетоном я использую кованые детали. Вот. И для того, чтобы не вылепливать шарики вручную на кованые элементы, я посмотрел интернет и думаю, а мне это пригодится. Вот. И получаются такие штуки. Вот так вот мы их выковыриваем. Потом что? Очень все хорошо выковыривается. Это у нас чистится. На следующий раз можем еще выворачиваем. Почистили. Все. Она опять готова к использованию. Берем ножичек какой-нибудь. И что делаем? Смотрим. У нас получаются такие штучки. Подчистили. Вот так вот получше видно. Почистили. И у нас получается такой вот кованый элемент. Потом на наждачке обработается, приклеится. Вот тебе кованый клепочка. Клепочка кованая. Вот такие штуки получаются. Обработал. Единственное, дырочки. Ну, дырочки на ковках бывают. Наоборот, придаст еще больше старины. Покрасится. Ну, кое-какие, которые вот такие вот нехорошие, можно выбросить. Еще налепить. В общем, такие дела. Прикольная вещь. Для простоты обработки взял наждачку. Вот так. Обработал краечки аккуратненько. Получаются такие штуковины. Прикольно. Я очень доволен результатом. Я думаю, что впоследствии применения на практике я покажу, сниму видео, потому как у меня кованые элементы еще нужно будет делать в моей работе. Вот так вот получается обработочка краев. Ножики, гвозди, я думаю, приклеится очень хорошо
им держаться будет крепко. Вот такие вот шарики. Вот такие получились пимпочки. Это будет мне клепки на кованые детали, когда я буду делать имитацию. Вот имитацию кованых изделий. Вот эти клепки я буду туда приклеивать. И они уже будут ровненькие, гладенькие. Вот вам и поп-ит.